строй, не расстегиваться, не теряться, дышать друг другу в спину, а то не успеем. Эй, стой, стой, меня забыли, стойте вы, толстые, а я же маленький, у меня лапки короткие, я не догоню вас, что там интересного, покажите, меня, стойте, меня забыли. Не переживай, малыш, мы возьмем тебя с собой, мы протопчем для тебя тропу в снегу. Ты не заблудишься, ступай вслед за нами. Да вы можете мне объяснить, наконец, что происходит? Куда все бегут? Куда все спешат? Я маленький, я не могу за вами успевать, мне лапки короткие. Объясните мне, куда вы все бежите? Вы с ума, что ли, посходили, все животные в лесу? Мы спешим в столицу, новогоднюю столицу России в Суздаль. Новогодние праздники продолжаются, ура! Объяснили, бегом, собираться, где, что, брать Олеси, шишки, что с собой брать, что, где я их закопал, не помню, елки-палки, я, наверное, без них обойдусь, бегом все в Суздаль, бегом! Так часто дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. И как же хорошо хоть ненадолго вернуться в свой родной дом, туда, где ты родился и вырос, где тебя любят и всегда ждут. Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарят свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так далеко. Но этот адрес счастливый я не забываю. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Ну, здравствуйте, мои дорогие подписчики, родственники, знакомые, друзья и просто люди, зашедшие на мой канал.
Я сегодня в Суздале, в новогодней столице России. Мороз на улице 27 градусов. Поэтому все деревенее, даже куртка на мне так немножко поскрипывает пластиком почему-то. Пока камера не замерзла, покажу вам окрестности. Нас высадили на остановке. Называется поворот на Суздаль. Люди все в шоке, конечно. Но ничего, это Россия, матушка. Поэтому все народ идет пешочком. Сейчас будем решать, как добраться. Хорошо, что я здесь уже бывал и как бы понимаю, что либо такси, либо пешком. Ждать нечего. Ну ладно. Пока мы решаем, как добраться до самого Суздаля, прячу камеру за пазуху, чтобы она не замерзла. Давайте увидимся, когда приеду на квартиру съемную. Ну привет, мои друзья. Продолжаем, как говорится, экскурсию по Суздалю. Я приехал в домик, заселился. Ехать пришлось на такси, потому что мороз, извините, 27 градусов, пешком. Это самоубийство, конечно. Потому что по всем этим переулкам идти зашел я. Все, хороший домик двухэтажный, на втором этаже я. Показываю свой номер. Дверь входная, понятно. И зашел. Здесь такая вот вешалочка деревянная, свет, две кровати, двуспальная и односпальная, на троих, но я, к сожалению, один, ребята, друзья мои забоялись мороза и не поехали, вот, настенные светильнички, мне нравятся, это такие свечечки, которые будут мелькать, как будто свеча горит, холодильник, чайник, тумбочка. О, санузел. Все как положено. Все очень чистенько, приятненько, так плиточка. Зеркало. Ой, косметический столик. Полотенечко, все, фен. Все, что нужно. И душевая. Вот даже шампуньки есть. Отлично. Красотища. Да. Красотища. Телевизор. Надо посмотреть, какие здесь программы показывают. Владимир, наверное, показывает. А вот в окошко, смотрите, какая красота. Ели заснеженные. Кошки к Новому году сделаны, видите, снегири. Очень все красиво. Так что пока все по плану. Очень хочу посмотреть ледовое шоу. Ну, это, наверное, завтра. Сегодня я выйду, пройдусь, посмотрю, что поблизости находится. Может, церкви, монастыри. Сейчас хозяйка увижу. Поговорим с ней. И, наверное, выйду, выскочу налегке, пройдусь. С камерой за пазухой. Потому что мороз сильный. И, конечно, камера может замерзнуть. Поэтому приходится прятать ее периодически под куртку, отогревать. Вот еще одно зеркало. Тезка. Ну хорошо, говорится, друзья мои, как выйду в свет, сниму то, что увижу, все вам покажу. Давайте. Какая красота! Мороз и солнце, день чудесный. Чего ты дремлешь, друг прелестный, да? Проснись, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры. Я, конечно, не красавица, но я проснулся. Я так отдохнул хорошо, ребята. Боже, как замечательно, так тихо. Вообще, то есть,
Я давно уже так не отдыхал. Я приеду еще. Вот я стою на крыльце нашего замечательного дома. Поздоровался с хозяйкой. Ой, как хорошо. И сейчас пойду в центр Суздаля. Там такая елочка, там каток. Там вообще столько всего развлечений, каких-то там мероприятий, столько вкусняшек. Пойду сейчас посмотрю и все попробую. И чай попью с вкусняшками, и зайду в какой-нибудь трактир покушать. Мороз сегодня поменьше. Всего 23 градуса. Вчера было 27. И, конечно, вчера было так. Тяжеловато. Тяжеловато. Ну, ничего. Одежда у меня теплая. Вот, господи, вот чем мне нравится наша Россия. Вышел, посмотрите, сколько храмов. Золотые купола просто вот на горизонте, кругом. Суздаль — это что-то. Это что-то необыкновенное. Господи, боже мой, как хорошо здесь. Как здесь хорошо. Воздух чистейший. Мороз, снег скрипит. Просто прелесть. Просто прелесть. Эти ели заснеженные. Ой, красота какая. Елочка, елка, лесной аромат. Очень нужен тебе наряд. Не помню уже песню эту детскую. Солнышко слепит. Какие ели красивые. Посмотрите. Какие красавицы. Вот это настоящая елка. Шишки, тут шишки висят. О, боже мой, посмотрите. Шишечки. Сколько шишек. Какая красота. И вот шишки. Как я давно этого всего не видел. Боже мой. Городская суета. Замучила. Шишечки. А дома просто теремочки. Теремочки Деда Мороза. Да, такие вот. И снегурочки. Посмотрите, какая красота. Мне многие говорят, надо в Суздаль приезжать летом. Потому что ходить можно легче. Потому что снегом ничего не заметено. И проще передвигаться. Но зимой-то какая красота, смотрите. Перед домом мельница. Маленькая стоит, домогодняя. Боже, вот это русская зима. Какая красотища. Thank you.
твой аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка праздничный чай, каждой иголочкой радует нас, радует. Елочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка, елка, лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Привет, ребята. Доброе утро. Вчера по Суздалю пытался поесть нормально, но, к сожалению, все людей очень много. Рестораны забиты, кафе забиты. Сегодня вот я зашел в прекрасное место, по-моему. Очень красиво, называется харчевня. Посмотрите, какие стены красивые, украшены. Красиво все очень, то есть. Столики. На мой взгляд, очень все красиво. Хочу поесть. Очень хотел вчера супчика горячего. Потому что мороз совсем не детский. Заказ я сделал. Сейчас ко мне принесут. Заказал суп с лапшой. Потом мясо по-купечески. Это тушеное с грибами. Там, ну, и блинцы горячие. Потом, погоди, подогреться надо. Народ, видать, еще отдыхает. И гуляния на улице не наблюдаются, народные буквально. Так что, пока подождем, погуляем, посмотрим, присутствуем. Ну, хорошо, конечно, я реально отдыхаю от города. От этого самого суеты, городской, от работы. Когда такая конкретная смена места жительства и обстоятельств. Ой, очень замечательно. Я очень доволен, приеду обязательно. Обязательно еще приеду. Потому как транспорт у меня прямой идет. И очень быстро добираться. Поэтому я доволен. Быстро. Все. Очень хорошо. Ну ладно, принесут еду, я продолжу. Ну вот, мои дорогие, мне уже принесли глинтвейн. И суп лапшу с куриной. Боже, как я хотел супчика. Такой супчик, я уже начал его есть, такой вкусный-вкусный. И глинтвейн горячий. Это то, что нужно на морозе в данный момент. Так, вот еще будет мясо по-купечески. Мясо по-купечески с гарниром. Очень хотелось, особенно вчера, когда замерз. Сейчас наберу сил, пойду гулять дальше, снимать видео. Ну что, друзья мои, я прекрасно поел. Я вчера вечером мечтал о таком супчике с лапшой на курином бульоне. Мне так болел желудок, так хотелось. Никогда не думал, что мне когда-нибудь будет так хотеться супа.
И вот, я нашел прекрасное кафе-харчевня в Суздале. Вот харчевня. Дед Мороз охраняет вход. Находится это все на улице Ленина. Вот здесь вот рядом, ну, в центре улица Ленина. Кафе-харчевня. Ребята, я рекомендую однозначно. Девчонки молодцы, так быстро обслужили, так кайфово. Ну, слово человека, кайфово. Здорово, молодцы такие девочки. И очень вкусно, реально вкусно. И суп, мясо по-купечески с грибами. И все было хорошо. Глинтвейн горячий, так все вовремя. Я в таком анабиозе иду дальше снимать видео. Здорово, здорово себя почувствую и воспрял духом. Кафе-харчевня. Рекомендую. Ну, идем дальше. Ой, как хорошо. Вот, кафе-харчевня. Я знал, что мне повезет. Вот они, русские красавицы. Мороза не боятся. Вот еще красавица идет. С Новым годом. С Новым годом вас, милая. И вас, ребята, с Новым годом. Только все начинается. А елочка какая красивая. Красавица елка. Громадная, такая огромная, красивая.
Печенки болят, пусти меня на печенке гулять. Ой, ра-ра, ра-ра, пусти меня на печенке гулять. Ой, ра-ра, ра-ра, пусти меня на печенке гулять. Пляши наш Егорка, позабавь наших гостей, позабавь наших гостей со всех властей. Пляши наш Егорка, позабавь наших гостей, позабавь наших гостей со всех властей. Там дри-дам-дари-ра-ри-ра, там дри-дам-дари-ра-ра, там дри-дам-дари-ра-ри-ра, там дри-дам-дари-ра-ра. Собиралась я деревня от велика до мала, смотреть на Ефросинью и его жениха. Пляши, Ефросинья, позабавь наших гостей, позабавь наших гостей со всех властей. Пляши наш Егорка, позабавь наших гостей, позабавь наших гостей со всех властей. Уважаемые гости, дорогие друзья, мы благодарим вас всех за теплый, радушный прием. Мы надеемся, что хотя бы немножко подарили вам прекрасного настроения в такую отличную погоду. А перед вами выступал и всяко вытворял ансамбль «Баловень город Камешково». Ваши аплодисменты, друзья. Мы, как говорится, желаем счастья, личного здоровья, всем отличного. А с вами мы прощаемся и низко в пояс кланяемся. Спасибо, друзья! Oh,
Походы идем.
подружки. Улыбнулись все подружки. Yeah.
А значит, нам пора в другие города поднимать сказочное настроение! Thank you.
Ну что, вот пришел конец моего путешествия. Иду домой, переночую. И завтра утром на такси. И через Владимир поеду на Москву. Вечерний Суздаль. Фонарики уже включили, огоньки, освещение улиц. А небо, закат какой красивый. Ну что, Суздаль, до встречи. Я приеду. Обязательно. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Твердили в округе, что елочка чудо красиво, только очень города и молодой высокий кедр по ней страдал тогда. Но вот тайгой туманною шел парень молодой, на нем штормовка рваная, на нем рюкзак большой. Он к елке нагнулся, он ей улыбнулся, он елку королевой назвал, и на прощанье лапу ей мохнатую пожал. С тех пор влюбилась елочка в бродягу с рюкзаком, и днем, и ночью елочка мечтает лишь о нем. Мечтала, мечтала, повсюду искала, искала у тропинок лесных, пока зима не скрыла их в сугробах голубых. Когда тропу таежную укрыл пушистый снег, в тайгу вернулся к елочке какой-то человек. Забыл он про мороз, про пургу, и тонкий ствол ее обняв навек уснул.